новым старым в городском круговороте без внимания не пройдете. В городе Керчи каждый год мы проводим конкурс «Дорога глазами детей». Детки с учебных заведений выражают свое знание и в подделках, и в рисунках. Нашей комиссии очень будет тяжело будет выбрать лучшие и подделки, и рисунки, которые, ну, самые лучшие, будут отправлены в Симферополь. Ребенок, он в своем, вот, например, если взять подделку, да, он выражает, он понимает, что он, где красный сигнал светофора, где желтый, где зеленый. Запоминает. Да, запоминает, о чем он обозначает. Перекресток мы имеем, да, вот подделки, где имеется дорожная разметка, регулирование дорожного движения светофорами, автомобили, пешеходы. То есть ребенок выражает свое знание в эти подделки. По вине пешеходов случается дорожно-транспортное происшествие, когда они отвлекаются, слушают радио в наушниках или разговаривают по мобильному телефону. Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что транспортные средства – это предметы повышенной опасности, и пешеход может попасть под колеса транспортного средства, когда он отвлекается. А первая задача – научить детей и также взрослых правильно переходить, и знание правил дорожного движения Российской Федерации, посмотреть налево-направо, убедиться, что все транспортные средства остановились, дойти до середины под прикрытием транспортного средства, опять же посмотреть налево-направо, ни в коем случае нельзя перебегать дорогу, ни в коем случае, еще раз повторяю, нельзя отвлекаться по мобильному телефону, слушать радио в наушниках, пайту одевать или капюшон, то есть в этот момент, да, обзор закрывать. В этот момент, когда вы переходите, лучше на время убрать капюшон или пайту, чтобы был у вас хороший обзор.